Как вы оцениваете прошедшие выборы в США? Ёб***ь, там все одного нахуй. Подтасовка, скорее всего, наверное. Думаете, фальсификации там были? Ну, наверное. Все же говорят, что там... Бюджетников свозили. И военных, наверное. Ну, даже по телевизору, как голоса там печатались. Прямо этот мужик сидел там, галочки стрел. Ну, сами же видели. Телевизор. Да. Думаете, там честные были выборы? Там никогда не было честных выборов. Почему вы так думаете? Ну, потому что по почте, это есть по почте. Там можно что угодно сделать, как говорится. Судя по всему, там демократы опять большинство заняли. Вот им бы я бы не дозволял бы занимать. Демократию недолюблюете. Да. Признаете результаты? Нет. Как всегда, Байден опять что-нибудь там схимичит, и все. Я думаю так. Где-то выборы были правильные, неправильные. Сейчас, наверное, так же будут. Мне они вообще не нужны. Я бы США вообще закрыла всех. Все Россию врут, все нас. И второй тоже, как его, второй лежит президент, престарелый. Трамп, что ли? Конечно, а что толку дают от них? Трампушка не нравится. А что у него хорошего? Они оба такие же. Они хотят всю Россию уничтожить. При нем вроде поменьше ям-то у нас было. Меньше было. Просто он поумнее этого старика. Chevy to the levee, but the levee.